Доктор Дмитрий Степанович Булавин лежал животом в раскрытом окне и слушал глухие раскаты артиллерийской стрельбы. Улица была пуста. Белое солнце нестерпимо жгло стены невысоких домов, пыльные окна пустых магазинов, ненужные вывески и асфальтовую улицу, покрытую известковой пылью. Направо, куда глядел доктор, на площади торчал деревянный с выцветшими лохмотьями обелиск, прикрывавший памятник Александру II. Сбоку стояла пушка. Кучка обывателей ворочала булыжники, что-то копало, явно бессмысленное. Тут были и протоиерей Славохотов, и краса и гордость самарской интеллигенции нотариус Мишин, и владелец гастрономического магазина Романов, и бывший член земской управы Страмбов, и когда-то большой барин, седой красавец, помещик Кураедов. Все клиенты Дмитрия Степановича, партнеры Винт. Красноармеец поставил винтовку между ног, курил, сидя на тумбе. Пушки за рекой Самаркой ухали. Тихо позванивали оконные стекла. От этих звуков доктор ехидно кривил рот, фыркал ноздрёй в седые усы. Пульс у него был 105. Значит, жила еще в нем старая общественная закваска. Но большим проявлять свои чувства пока было опасно. Как раз напротив, на той стороне улицы, на досках, прикрывавших разбитое зеркальное окно ювелирного магазина Ледера, бельмом белел приказ Ревкома, грозивший расстрелом контрреволюционным элементам. На пустынной улице показалась странная фигура испуганного человека в шляпе «Здравствуйте, прощайте» из кокосовой мочалки и в чесучевом пиджаке довоенной постройки. Человек крался вдоль стены и, поминутно озираясь, подпрыгивал, как будто над ухом его стреляли. Мочального цвета волосы его висели до плеч, рыжеватая борода казалась приклеенной к очень бледному длинному лицу. Это был Говядин, земский статистик, некогда безуспешно пытавшийся пробудить в Даше красивого зверя. Он шел к Дмитрию Степановичу, и дело, видимо, было настолько серьезно, что он пересиливал страх пустой улицы и уханье орудийных взрывов. Увидев доктора в окошке, Говядин отчаянно взмахнул рукой, что должно было означать: «Ради бога, не глядите, за мной следят». Оглядываясь, прижался к стене под объявлением Ревкома, затем кинулся через улицу и скрылся под воротами.